Рейтинговый отдел редакции KCN Колес Coin News, возглавляемый Денисом Бабинским, разработал собственный индекс TBE – тотальная блокчейн-экономика. По состоянию на 1 мая 2018 года, по сравнению с 1 апреля 2018 года, индекс TBE вырос на 61,5%. По словам Дениса, метод математического анализа биржевых данных не подконтролен человеческим эмоциям и дает более точные решения для участников рынка, прежде всего для хедж-фондов. На разработку индекса было потрачено более 3000 часов, что привело к созданию еще двух индексов, кроме TBE. Это ICC – индекс криптовалют, и ICT – индекс криптотехнологий. Анализируя показатели данных индексов, можно с большей вероятностью спрогнозировать прибыльность или убыточность инвестиции. Индексы публикуются с задержкой 1 неделя. Получить их по состоянию на первое число каждого месяца можно при заключении договора.